Сегодня к 10 часам утра нам приехал батюшка, и звали его Иоанн. Он рассказал нам лекцию. Он дал очень много ценных советов, как в будущем жить. После этого у нас была репетиция и сдача партий о музыкальном корабле. Еще дальше Артем Александрович был концерт. Хотя у него был голос не такой, как раньше, но он пел с душой, как и играл. Мне очень понравился этот день. Он длился очень быстро и был очень впечатлительным.